Слышны залпы тяжелой артиллерии в оккупированных городах. Дозвониться туда все так же сложно. Послушайте тех, с кем все же удалось связаться. Боевики несколько активизировались, молкают, не залпы артиллерийских орудий, и все это слышится практически в любом уголочке Донецка. Потом по вечерам слышно и стрелковое оружие, то есть они не оставляют свои попытки захватить аэропорт. Вон в северной части города, Киевский район, практически везде есть свет, вода, в домах даже дали отопление. Включили отопление, горячую воду. Но, я так понимаю, не во всех. Магазины работают, банки работают. Чем ближе к эпицентрам боевых действий, это к аэропорту и там на окраинах Петровского района, там людей становится все меньше и меньше, на улице меньше машин, в общем, и люди так стараются передвигаться по улице в случае очень сильной необходимости. Коммунальные службы все работают, все есть. Вода есть, газ есть, свет есть, интернет работает. Залпы слышны целый день, с самого утра.